И снова здрасте. Vampire Survivors, игра, у которой до сих пор нет музыки в заставке. Я, наверное, каждый раз это буду повторять, да? Ну ладно, буду повторять каждый раз, хорошо. Может, меня кто-нибудь услышит и, соответственно, музыку добавит, чтобы можно было ее послушать. Так, в прошлый раз мы играли за нашего ковбойца, вот этого, который пугнало проволок, придумывает эти имена, он молодец. У него есть чувство юмора. Ну или же он большой фантазей. Фантазист. Фантазюй. Проехали. Итак, Джованна Гранна. В прошлый раз мы нашли эту самую Джованну Гранну, которая получает плюс 1% к скорости снарядов с каждым уровнем. По сути, ей нужна тоже стрелковая сборка. Так как ближний круг, как бы скорость снарядов на ближний круг не особо влияет. Итак, макс УЗ у нее 130, регенерация 0,5, броня плюс 3, это что? Ну и пофиг. Подвижность у нее плюс 30. Это хорошо. Например, у этой сколько? Тоже плюс 30. Тут плюс 40 уже. У этого, у которого короче, у него плюс 40. Ну да, плюс 30. Не такая уж она и быстрая. Сила, размер. Чего размер? А, размер, это в смысле... Это имеется в виду радиус перков. Радиус действия перков. Плюс 10, скорость снарядов плюс 20. Здесь и у всех по плюс 20. Откаты. Удача, жадность, проклятие, магнит, оживление, пропуск, исключение. Ну, в общем, все, как говорится, как всегда. Так, выбираем Джованну. И пойдем мы... А куда мы пойдем? О! Еще не обнаружено. Почему не обнаружено? Зеленые акры. Челлендж. Смертный ход воспрещен. О! О! Интересно. Ну-ка. Тебе бегут... кто... Что-то такое. О, нифига себе. А вот это мне нравится, как кошак. Кошак попорол их всех. Блин, отверткой. Ты что ты делаешь? Кошак, ты где? Сволочь кошак, ты нужен? Блин, тупой кошак. Так, мы берем чарующий жезл, потому что у нас что? У нас правильно. У нас скорость полета снарядов качается. Пиу. 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 Пью. Кошак, ты будешь их рубать своими, там, что там у тебя, когтя, не знаю, ногтя, зубы. А там два кошака. Музыка прикольная, кстати. Пока отстреливаем по одному. Снайпер. Чеснок. Будем ли брать чеснок? Ближний бой. Снижает сопротивление к отброске и заморозке. Чего? Кого? Даже не знаю, брать, не брать. Ну, возьмем чеснок, он мне в этом самом... Эй! Пригодится! Эй-эй-эй! Да ё-моё, он их не пробивает. Вот тупо воина-дракона, он очень их пробивает больно. Ай! Кто это вы? Идите к черту. А, кстати, чеснок должен эти хреновины поглощать. Да, не зря взял. Не зря взял. Я молодец, я предвидел. Нет, я не предвидел, я просто схалявил. Случайно так получилось. Убивать? Убивать. Собака сутулая. Блин, они свирепые. Я вам так скажу, а это кто такие? Дупликатор, дупликатор берем без вариантов. Дупликатор это наше все. Да еще при стрелковой сборке. А здесь нужно делать именно стрелковую сборку. Из-за снарядов, которые кошаки, блин, делайте что-нибудь. Вы бегаете просто и гадите тут. А вы должны их всех в кашу рубать. Тигры, блин. Комнатные. Да японский бог, отвалите от меня все. Отстаньте от меня. Я хочу забрать то, что там лежит. Я могу это забрать? Нет, не могу. Шаки, блин, делайте что-нибудь. Валите их всех. Горькие кошки, уровень 2. Горькие кошки? Чего? Но они довольно бесполезные, поэтому пока возьму этот. Эй! Уже тигристы начали бегать, блин.
пока меня спасает чеснок. Пока. Но он меня скоро перестанет спасать. А чёрт. Кошаки, делайте что-нибудь, тупорылые вы твари. Вы только гадить умеете в носки, блин, в тапки. Идите отсюда. Рубайте их. Так. Горькие кошки. Ладно, возьмем горьких кошек. Пускай горькие кошки что-нибудь сделают. Горькие кошки. Давайте. Вы не горькие, вы бесполезные кошки, вас надо называть. О. Ау. Блин, я через потерю ХП только что-то могу сделать. Эй, черт. Рунтрессер. Шканделябра. Рунтрессер надо брать. С учетом того, что у нее скорость снарядов полетов качается, ей нужно стрелковый собирать. Блин, мне чеснок, дайте второй уровень хотя бы, чтобы я этих вот вытаптывал. Потому что мне больше нечем вытаптывать. Кошки эти, они просто как бы присутствуют здесь, но их присутствие, оно мало что дает. Это ё-моё! Дайте пройти! Граждане, дорога! Фера де Фуфело. Туфело. Туфело. Вот это, кстати, можно тоже взять. Будет у меня ковбоец номер 2. Давай-давай, ковбоец, стреляй! Кошки твои, они только в тапки гадят. Больше ничего не умеют. Ну и под балконами орать еще, наверное. Это все они умеют. А в остальном они дно... Днищенская. Вот сюда зайти и забрать вот эту вот пачечку. Стой, Том. Прям стой, Том. Чтобы стрелять быстрее. Блин, я аж испугался. Это кошаки эти бегают тут гадить. Блох своих трясут. О! О! Это я понимаю. Вот эти кошки, уровень 3. Пошли к черту. Все отсюда пошли к чертям. К чертям. Ты что, босс, что ли? Да, босс, что ли. Блин, ну это, блин, это прям близко как бы к фейлу. Прям близко к фейлу. Рунтрессер. Дупликастер второй. Отлично. И идите со своей артиллерией к чертям. Дальше. О, стреляем во все. Стрелковый сбор. Я люблю стрелковые сборки. Особенно после того, как собрал эту куголу проворную. Или как ее там звать-то. Огонь, огонь, огонь. Во все стороны стрелять. Пли. Так. Горькие кошки уровень 4. Блин, зачем я качаю кошек? Кто мне объяснит? Я хочу посмотреть, что они из себя представляют. Идите к черту со своими минометами. Так, кошаки тут повыпиливали кого-то. А, прикольно. Им, наверное. Восьмой воробей. А, во, броня берем. Потому что рунтрессер мы сможем проапгрейдить. Он в прошлый раз себя очень хорошо после апгрейда показал. Такой салют был. А если здесь еще скорость полета снарядов прокачается? Наруч я начал качать уже, я надеюсь. То прям будет лететь. Прям тры-ты-ты-ты-ты-тыщ. Это я изобразил, как оно будет лететь. Если кто вдруг не понял. Крующий жезл. Ой, глисты опять. А, эти чертовы. А, что происходит? Что происходит? Кошка на кого-то напала, что ли, там, и сожрала. А че она его так долго жрала? Это босс, что ли? Или это они между собой покоцались? Рунтрессер берем пока. С ног позже. Но не приоритетен. Сты. Прекрасно, они телепортятся. Ну, по сути, стрелковая сборка нужна как на предыдущем. Стрелковые сборки руля. Хотя у По, например, очень даже рулила сборка круга смерти, то есть ближней дистанции. Это чеснок плюс это самое, как ее, Библия. Горькие кошки. Еще один снаряд. Какой снаряд? Кажется, я завалил босса. Зачем я его завалил? Когда, как, чего? Кошаки! Выпиливайте кого-то! Сейчас меня выпилят! Кошаки, тупорылые вы!
куски шерсти. 6 продевает эффект. Я лучше дочарующий жезл возьму, от него хоть проку больше. Он урон наносит и стреляет. Точнейче. Да, начинается. Сейчас меня не будут пускать туда, да? Ящик, вот эти вот. Данные лица не будут пускать меня к ящику, да? Да, не будут. Но вроде я их не уверенно, но все же постепенно выпиливаю. Они меня не зажали куда-нибудь. Да, мне не надо зажимать. Говнари! Это оскорбление, по-моему, на них не действует, да? К сожалению. А то можно было бы моралем уронить. Так, горькие кошки, шпинат. Возьмем шпинат. Увеличим урон по всем возможным параметрам. О, а вот это было приятно. Вот это было приятно. Особенно, если выпадет что-нибудь дельное. Динь-динь-динь. Так. Пистолеты это же револьверчики, да, такие? Или топоры? По-моему, револьверчики. Ладно. В общем, дельные вещи выпали. О-о-о-о-о. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, эти кошки, они где-то что-то... Да что это такое? Кошки, вы что устроили, твари? Они между собой, что ли, устроили? Что происходит? То есть, чем их больше, тем они больше между собой будут коцаться. Забыл. Не делая для пользы меня ровным счетом ничего, да? Отстреливайся сам, вырываемся из окружения. Блин, только через потерю хп могу выйти. Я до сих пор теряю хп. Это значит, что мне не хватает мощи. Не хватает. Чеснок уровень 2. Собираем. Не, ну, как бы, кристалликов до хрена, вроде как. Но, блин, я не могу просто по ним протоптаться. Уровень 6. Тут ферма кошачья уже какая-то. Засяно все в блохах. А толку мало. О, махач междоусобный устраивает. Так. Пошли. Выпиливаем всех. Кстати, что я не сделал? Я не посмотрел, есть ли тут что-нибудь. Ну, в принципе, зря посмотрел. Ничего тут и нет. Ни гробов, ни черта. Самое главное, что гробов. Блин, кошки драные, вы делайте что-нибудь. У меня, по сути, сейчас только жезл и рунтрассеры выпиливают. Остальное все так, условно. Что это было? Что за звук сейчас был? Горькие кошки, уровень 7. Ну, давайте, уровень 7. Может, они восьмом будут прям разрывать? Нет, не будут. Видимо, не будут. А вот эти птицы, блин, меня сейчас разорвут. Или кто это? Мыши летающие, здоровые. Есть маленькие черненькие, а есть эти красные здоровые, блин. Они же меня сейчас раскатают просто тонким слоем. Да, между собой деритесь, да. Бесполезные. Давай. Выпиливай. Не можешь, блин. Ну, давай. Вроде что-то пособрал. Ой, нет. Вы идите нафиг. Кошки, жрите их. Да ёпонский бог. Что это за звуки? Так, все, вот вам 8 уровень, отвалить от меня. Дальше сами. Дальше вам придется идти без меня. Блин, их так много, и они все бегают. Но толку от них я не вижу реального.
Что за бесполезный перк? Ау. Блин, этот шпинат зеленый меня сейчас пожрет. Это должно быть наоборот. Выпиливаем, 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 врываемся отсюда. 10 минут. 10 минут. Здесь максимальное время, я не посмотрел. 30 или сколько? Или сколько? Устанавливать 0,2 ОЗ за секунду. Так, черные крылья не надо, а рунтрессер, наверное. Рунтрессер, да. Чеснок пока не особо приоритетен. Его достаточно для выпиливания мелюзги и для перехвата выстрелов этих чудиков, шизиков. Давай, 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 выпиливай, выпиливай, выпиливай. Блин, эти кошки, это просто какой-то дурость. Кошки, это дурость. Все поняли, да? Мое мнение категоричное в этом плане. Или категорическое. Неважно. Короче, дурость. Эти ваши кошки, это... Кошачья ферма, это не то. О, еще кого-то выпилил. Пустой том. А где откуда второй ящик взялся? Ты что, двух боссов выпилил сразу? О, вот это дельная вещь. Это вечная дель. Вечное дело, дельная вещь. Вот. Уровень 5. Должен быть 8. Почему не 8? Давайте 8. Красный кристаллик забрать. Вон прессер. Жезл 6, жезл 7, жезл 8. Делфуфло. А, нет, возьмем лучше шпинат. Шпинат сразу по всему даст дополнение приятное. Так, честно. Песнь манны. А что, берем песнь манны? Берем песнь манны и забываем про чеснок, мы его нафиг. Не, ну чеснок, конечно, он может, тянет, но песнь манны, я никогда не пройду мимо песни манны. Потому что песня манны — это наше все. Шпинат. Ау. Они вот когда дерутся между собой, там все что ли дохнут? Кто туда заходит? Типа не суйся, убьет. Рунтрессер уровень 6. Могу апгрейд уже обдумывать. Опа. Два кристаллика. Броня, ну, чеснок. Шпинат уровень 5. Шпинат берем, потому что это будет уровень по всему. О! Погнали. Пошел кач. Уровень 7. Песня бычье сердце. Ну, возьмем бычье сердце, черт с ним. Заэволюционируем в чесноке. Будем на всех чесноком дышать. Глядишь, и поможет. Что-то я мало собрал. Кристалликов-то. Ну-ка, вот я хочу видеть. Вот он заходит туда. Он вздыхает, нет? В этом облаке. Вот я могу в нем спрятаться. Когда они там между собой махаются, могу я вот здесь спрятаться? От всех жизненных неудач. Или нет? Ничего себе! Посмотрите со всех сторон, какая толпень прется. У них что там, шизофрения? Куда они все полезли? Опа! Это, по-моему, первый апгрейд, да, у нас? Скажите, что апгрейд. Please. Это я английский изучаю. Да! У нас есть первый апгрейд. Апгрейд. Первый апгрейд. Второй апгрейд, третий апгрейд. Надо вверх уходить. Там стенки потоньше будут. Как бы извернуться. Ну, сейчас жезл уже должен разваливать. А он разваливает. О, рунтрессер. И следующий апгрейд будет на рунтрессере. Отлично. Тогда у меня будет два проапгрейженных. Дайте мне как бы этот самый. Броня. Ла-ла-ла. Что мы можем исключить? Корону можем исключить.
Она мне нафиг не нужна здесь. Так. Не, этих кошек точно не особо врубаюсь, что с них проку. Блин, надо опять идти смотреть вот в табличке, через что они апгрейдятся. Может, они на апгрейде будут хоть сколь-нибудь полезными. А сейчас я вообще не вижу, что они делают. Я вижу работу жезла. Да, жезл — отличная вещь. Работает прям-таки вот как оно должно работать. Стой, Том. Стой, Том, откат меньше, чтобы можно было палить во все стороны быстрее. Блин, кого тут только не набежало, вы посмотрите, сборище. Ау. Блин, кто меня пробивает? Кто меня пробивает и каким образом? Так, пойдемте собираем. Красненький. Блин, красненький не помогает. Во-во-во-во-во-во, апгрейд, апгрейд. Апгрейд. Чеснок. Еще чеснок. Еще чеснок. Шканделябра, броня. Зачем мне броня? Шканделябра. Ну, размер увеличим этому самому. И чеснок восьмой возьмем. Блин. Ничего себе, песнь маны, естественно, песнь маны. Мне сейчас будет апгрейд либо чеснока, либо рунтрейсера. В любом случае, это будет полезно для здоровья. Рунтрейсер, отлично. Ну, она стреляет хорошо, она стрелец. Хотя, по сути, стрелец должна быть предыдущая, ну, я уже не знаю. Не ко мне вопрос. Бум-бам, пошли взрывы. Салют! Салют! Всем салют, пацаны. И дамы тоже, всем салют. Салют, салют, салют. Бабах, бух, с Новым годом, с Новым годом. Блин, артиллерия, иди к черту. Дай глисты. Что за где? Туфли де туфли. Туфла дель туфла. Так, иди к черту. Бум-бам. Идите вы куда подальше. Еще подальше. Кошаки, делайте что-нибудь. Так, я уже... Вызывать кошакам, я смотрю, бесполезно. Они что-то бегают своей жизнью, там какой-то живут. Надо полагаться на рутрессер и на непосредственно жезл. И на туфли дельфуфли, которые тоже у нас, кстати, подрастают в контексте уровня. И уже раздают, раздают. Бэм, бум, бабах. А вы говорите, кошки. А, броня. Канделябра. А, увеличивает размер. Да, берем, увеличиваем размер. Снака. Сейчас он у нас проапгрейдится еще, если это будет вообще здорово. Канделябр берем. Чтобы чеснок дальше бил. О. Вот это уже начинает походить на сборку. Так, мне нужен апгрейд чего-нибудь. Например, чеснока. Вот это уже напоминает сборку. То есть есть какая-то логика работы всех этих самых. И как бы мощь урона появилась. Возжиратель душ. Будем возжевывать души. Срывы, салют. Так, еще берем шканделябру. Ты босс, что ли? Иди сюда. А? Не босс, походу. А, нет, босс. Или не босс. Ну, сейчас грохнем, разберемся. Стали красные. 15 минут, значит, здесь все-таки 30-минутная карта появилась. У нас новая. Ну, челлендж, блин. Я вам сейчас устрою эту челлендж. Я вам сейчас тут такой челлендж вместе с ТикТоком устрою, что мало не покажется. Как-то вот сейчас слабо было, слабо. Фуфла дель фуфла, так, по-моему, не очень. Опа, песня маны.
Берем песнь маны. Песнь маны это... На восьмой качать, она будет разруливать все. Ну, здесь только туфли есть. Туфли-дальмуфли. Дальфуфли. А я наруч брал? Нет, блин, я не взял наруч. Здесь надо было наруч брать. У нее ускорение же свое есть. Плюс я мог набрать этого всего. У нее и так снаряды вон как быстро летят. А представьте, что было бы, если бы я еще собрал наруч. Вот здесь я протупил. Надо было наруч собирать. Бух, бабах, бух. Салют! Перемешку с кошачьими воплями. А это что за креветки? Бешеные. Пошли отсюда. Я сказал, пошли отсюда, креветки. Тупые, что ли? Вот надо в драку кошек заходить, может, тут кошки их побьют. О, это кто такой? Ты кто? Ты босс, что ли? Сдох уже. Поздно спрашивает. Берем. Так, у меня есть 3 апгрейда. Че это за фигня? Ну и че это за фигня? Печачье сердце. Зачем оно мне? Мне бы туфла дальфуфла лучше бы взять. Не, ну цифры красные летят. Это хорошо, криты. Бух, бабах. И кошачьи вопли еще на фоне. Бардак полнейший. Ведьма устроила бардак. Ну ничего. Хуже-то не стало. Песнь маны уровень 6. Песнь маны нужно уже допинывать. Пошли к черту. Катитесь отсюда. Нифига ж себе, сколько кристалликов-то. Подайте ко мне лопату. Я прям лопатой их буду собирать. Грохот. Прикольно. Вот это реально весело. Вот это весело. Это я понимаю. Заморозить их, что ли? Давайте вас заморожу. Вот туфла дальфуфла. На восьмерку качаем. Вот восьмерка есть. И надо песнь маны еще на восьмерку. Мыши. Крысы. Мыши, идите отсюда нафиг, у меня тут кошки. 20 минут, кстати. Блин, на 20-й минуте-то они жестко полезли со всех сторон, аж подлагивать начало. Хотя, казалось бы, чему тут подлагивать? Дядька, ты кто? Иди отсюда, гуляй. Иди, я не знаю, молочка попей. Чайку, что ли? О, песня маны 7-й. Так будет, еще будет 8-й. И песня маны будет разрывать. Она на восьмом разрывает просто в хламе до монады. Я не знаю, что это, я просто помню из школы, по-моему, это слово было. Где-то я его в школе слышал. Ну? Ну, что тебе надо, дяденька? Катись отсюда, пока цел. Катись, давай, пошел вон. Рыцари фиолетовые. Рыцари фиолетового стола. Катитесь отсюда, рыцари, у меня огнестрел. Куда вы лезете? У меня туфла дельфуфла. Два револьвера. Броня, шканделябр. Почему тут шканделябр? Мне нужны песманы, восьмую, а не шканделябр. Хотя шканделябр, конечно, тоже прикольно. Он мне увеличил чеснок, смотрите, до каких размеров. Пол экрана занимает. Берем.
Да ё-моё, я же... Ну, песни манны восьмую дайте, пожалуйста. Чё вы как это самое? Блин, откуда она урон получает? Я не понимаю. Вроде рядом с ней никого нет. Она урон ловит. О, песня маны восьмой. Печачье сердце четвертый. Пятый. О, артиллерия. Артиллерия бьет по своим. Входим. Идите нафиг. 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 А ё-моё. Ну, что там, снаряды подвезли, что ли? Гуманитарную помощь в виде снарядов. Идите вы к чертям. Да ё-моё. Блин. Это прекратится когда-нибудь? Да ёп. Пошли к черту. Все, хватит. Хватит. Да что за мать твою? Вроде закончилось. Арт-обстрел закончился. Можно пойти забрать коробочку. Там уже, наверное, будет бабло или что-то там. Или курица копченая, вареная, жареная. Нет? Мне дали, что это? Это птичка? Это скорость или броня? Что это? Броня. Окей. А это что за павлины? Пингвины. Стыбнутые. Уйди, пингвин, павлин, пошел вон. Я тебе говорю, пошел вон, пока цел. Сейчас на кошку нарвешься и все. Он тебя на раз-два на консерву пустит. Это не очень уверенно, я их выношу. У меня такое подозрение. Что это за звук? В другом салют, треск, грохот. Нет, надо было все-таки наруч собрать. Вот надо было. Вот прям надо было наруч собрать. Сейчас бы все летало, это вот стреляющее, гораздо быстрее. Она была бы мощнее. Возможно, вместо апгрейда на чеснок. Он ей как бы не особо чего, куда где. Стрелять, стрелять! Кошки передрались. Aim of Akashim. Не, Акашить не получится. Будем отходить через драки кошек. Но... Нет. Мы будем отходить куда попало. Вроде как чутка мощности хватает. Деньги берем, деньги берем. Деньги нужны. Вдруг еще какой персонаж найдется. Вот так вот. Нет. $24.59. Сейчас, кстати, будет 25-я минута и начнутся проблемы. Вот цветочки, горшочки. Это тут прогисканции. Ромашки, понимаешь, новозеландские. О, самый главный кактус пришел, смотрите. Выпендриваться решил. Ну, где там мои? Каса Дальмаса. Дельфуэго. Дельфуфел. Ну, попадай, ё-моё. Жезл-то попадает во все. Вот эти вот. Ими надо целиться еще. Этими револьверами. Куфел, Дельмуфел, давай. О, есть все. Умер.
Сегодня выпал один сундук, в котором было сразу три предмета. Остальные все тоже по одному. Что-то игра жадничать стала сильно. Игру понерфили или меня понерфили, или я не знаю. Разработчики, может, меня ненавидят. Я посмел шедевру тронуть на своем жалком маленьком каналчике. Ау. Ой. Он меня бьет. Что это за звук такой? Так, так, так. Что у нас? Медузы Горгоноры. 26 минут. Почти 27 минут. Драка кошек. Прячемся в нее. Рано драка кошек. А-а-а! Бычок! 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 Или кто ты там есть? Блин, эти вот приперлись, они здоровые! Эй! Еще глисты эти проклятые! Кошки, это ваши проделки, эти глисты, что ли? Средство вам надо какое-нибудь купить, антиглистин. Ё-моё, опять этот странный звук. Бычок, отвали от меня! Или кто-то там есть. Уйди! Шёл он! Его надо завести в драку кошек. Глядишь, сдохнет. Большой мешок монет. Тут еще бычки, но они поменьше. Или это не бычки? Кто это? Будто львы, но с рогами почему-то. Проблема семейной жизни, видимо. О, еще один приперся. Сколько же вас тут уродов? Давай, давай, давай. Драку кошек его заводим. На криты, на криты, на криты. Отлично. Все, сдох. Сдох, бублик. Только медалька осталась. Я понял. Все, вот, дайте кнопку. Спасибо. Вперед. Двадцать восемь сорок пять. Через 15 секунд начнется последняя минута, и там, наверное, набегут боссы все. И это будет неприятственно. Я этих-то раскидываю так, так. Средненько. Не сказать, что испепеляю. Ай. О, господи. О, господи. Смотрите, какие здоровые эти банки консервные поналезли. Они сейчас меня сожрут. Они меня сожрут. Мне надо выходить срочно. Куда выходить-то? Меня сейчас сожрут! Эй! Я протестую! Я протестую! Я протестую! Я милицию вызову! Вот так. Выживите. Открыты горькие кошки. Unlock hypermod for 3 normal stage. Чего? Ну-ка, ну-ка. Второе покажите. Открыто. Гипер the bonus зона. Что? Готово. Нде! Так, что нам? Новых персонажей не появилось, но у нас появилось новые эти самые. The Bonus Zone. Челленджи. Челленджи. Но этот челленджи надо будет пройти. Я его все-таки пройду. Здесь в чем была ошибка? Я не взял на нее, на эту вот, как ее звать, Джованну. Надо было собрать ей вот эту. Да, то есть чеснок ей как бы он... Чеснок плюс шканделябра, он не дал того эффекта как бы мега мощного. Да, то есть
лучше было собирать вот эту вот скорость снарядов, потому что у нее в базе идет скорость снарядов. Она стреляла бы там, я не знаю, просто с такой скоростью, что, наверное, выпиливала бы все вокруг себя. Но вот эти вот боссы последние, как бы я их не выдержал. Но ничего, мы туда вернемся и спокойненько еще раз возьмем другого персонажа уже, я думаю, какого-нибудь. Ну или можно этого же взять, попробовать именно собрать ее через наруч. И мы это все дело пройдем. Сегодня мы его прошли почти. Да. Зато посмотрели персонажа. Персонаж забавный. Но кошки, я их не понял, если честно. В чем их смысл? Драки вот эти кошачьи. Я так понял, что когда идет драка кошачья, все, что в нее попадает, все уничтожается. И ты можешь там спрятаться. Вот в этом, наверное, смысл. Или нет? Черт его знает. Напишите в комментах, кто в курсе. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще, подписывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.